Доброе утро, девочки. Доброе утро, любимые. А я с Тедечкой гуляю в парке. Красота. Просыпайтесь, любимые. Вставайте. Как хорошо. Боже мой, как дышится здесь легко. Прямо одно удовольствие. Он же легли в 12. Время 7. Он уже соскочил. Все, все. Надо бежать, бежать, бежать. Куда, куда? В гущу событий. Вчера было воскресенье в парке. Смотрите, что творится. Люди сидели, жгли костры. И просто это все вот так оставляют. И кто-то должен это все убирать. Представляете? Какой свинарник разводит это вообще? Иди сюда. Иди сюда. Тедди. Иди сюда. Пошли. Так. Рыбаки рыбачат. Очень хорошо. Девочки приехали в СДЭК получать Василёк. Посмотрите. Михалыч ржёт. Я его сегодня припахала. Лёва, помоги мне. Припахала я. Вот Василёк нагружает нас. Что, разбирать будешь, да? Конечно. Как его научить его? В багажник не входит. Ой, Михалыч, смешно. Истерический смех. Ну только куда такая? Ты его так положи, по-другому. Как ну, тут? Давай достанем сразу, достанем, аж досложим. Машина прогнулась. Аж машина прогнулась. Он легкий, кстати. Да там эти, топперы. Какие топперы? Топперы. Топперы. Гречка, рис, тушенка. Да? Не хотели выдавать мне. Почему? Сказали, что уже получила. Что, прогибать? Да, по номеру телефона потом нашли. Это убирать сиденье. Не надо, подожди, я хочу открыть его. Хватит орать, а что ты орешь как цыгане, такой? Да? Как цыгане, Михалыч, как цыган. Ну как цыгане. Ты начинает орать, как ненормальный. Они тоже с мешками же цыгане. А, нож даже приготовил, смотрите. А у меня всегда нож. А что? Чё? Казацкая удаль. Я всегда с ножом хожу. Ты что, не знала, ну, кричи, что ли? Давай, ты что кричишь-то? Ножички-то у нас есть. Дурила. Как этот. Но ножичков-то... Это, у так нас вот на всех хватит. Хватит орать, а. Финта. Орать, можешь не кричать? Про Фокса-то помнишь? Место встречи изменить нельзя. Ножичков-то у нас на всех хватит. Артист. Больших и малых. Помогай, сынок. Держи мешок, Лёва. Сына. Я не могу, у меня физические нагрузки. А, тебе нельзя же, да. Я это, на антибиотиках. Ну держи, я хоть буду вытягивать тогда. Я сейчас точно цыгане буду. Точно цыгане. Гришка цыган. Как будто чью-то дачу выставили. Бомбанули. И все. Вот и обзор закрыт. И обзор закрыт, сынок. А это мы сейчас тебе, наверное, туда. Подушки. Это подушки у меня с этими, с травами. С травами? С травами, с шалфеем. У тебя тут этот лежит. А мы сейчас тебе обзор откроем. Так. Так мешок-то я, наверное, войду. Мы все, наверное, войдем сюда в мешок-то. Да? Смотри. Хороший, кстати. Если залезьте. Смотри. Девочки, ну это вообще дурдом какой-то. Сынок, и ты залезешь, и мама залезет. Смотри. А? Я обратно вытерю. Что-то он сегодня в ударе. Завязывай его и оставляй. Давай. Пусть сидит. Давай, оставьте меня на дороге, а. Что-то он в ударе что? Сегодня. Он это, ничего. Наверное, нажрусь сегодня опять. Что-то дебил. Все, давай, мешок хороший, Леша. В сад. Леша, в сад. Под огурцы. Они же огурцы посадили. Видите, как газоны? Газоны. На улице хорошо. Чё, прохладно. Надо открыть, да? Давай открывай. Ну а что тебе? Я почему должна там сидеть-то? Чё ты забегал, засуетился-то? А тебе места хватит? Чё? Где мне хватит-то там? Чё, в багажнике нормально лежало? Забегал, заскакал что-то. Тебе за рулем и зеркал хватит. Ну. Все, да. Девочки, сменил постель. Сейчас подушки, луговые травы хочу постелить. У меня хоть эти новые подушки. Я недавно их тоже Васильке выписывала.
Но хочу луговые травы, девочки. А, Тюся, мальчик ты мой. Ты мама, мама, дитя, не увидела меня, да? Ты меня не увидела, мамочка, ты меня не увидела, да, любимая, любимая. Убирается еще. Убирается. Сейчас топер. Топер хочу на всей кровати. Боже мой, вот надо это. Замусёхал. Замусёхал ты его, замусёхал. Боже мой, девочки, что творится в квартире, а? От этой собаки, что творится от этой собаки в квартире, а? О, бес, бес. Так, пошла. Сейчас, девочки, постелим. Так, что топер? Топер 160. Топер. Ой, топер 160 на 2. 1935 рублей. 1935 рублей. Так, подушка луговые травы 50 на 70. 497 рублей. Все, одеваем топер. Топер одеваем, одеваем, одеваем топер. Любимый, любимый. Обожаю этого мальчика. Обожаю этого мальчишку. Обожаю этого мальчишку. Просто обожаю. И все. И проблемы у нас все решены. Смотрите, какая прелесть. Девочки, показываю вам, там вот девчонки писали в комментариях. Покажите. Вот эта сторона, девочки, видите, тканевая сторона, тканевая. Вот эта сторона типа атласная, девочки, но не атласная, а такой тонкий-тонкий ситец. Тонкий прямо, тонкий, видите? Так, давайте аннотацию прочитаю. Вот, чтобы быть не голословным, прямо этикеточку, девочки, показываю вам этикеточку. Что можно делать, что нельзя делать. Так. Ну, очень понравился у Лёвы. Лёве прямо с удовольствием. Так, Россия. Город Комсомольск. Ивановская область. На матрасник, топпер. Односторонний 160 на 2. Чехол, трикотаж плюс микрофибра. Наполнитель пенолор. Пенолуритан, первый сорт. Ничего нельзя не стирать, ничего, девочки, нельзя. Швей стандарт. Ну, красота. Это, знаете, вот постелила, что, водоотталкивающий. Водоотталкивающий постелила, невозможно спать на нем. О, улегся уже, смотрите. Лежит уже. Лежит. А этот с ХБшечкой... Мягкий, мягкий. И не буду бояться, девочки. Не буду бояться, что Тедди. Что Тедди у меня. Так, вылазь оттуда. Вылазь оттуда. Вылазь. Что испоганит новый матрас? А я еще и матрас, смотрите, лежит. Вылазь, говорю. Вылазь. Там девочка одна написала, или женщина... Надо желтой стороной было стелить наверх. А что резинки-то с какой стороны сделаны? Вставай! Их, смотрите, не хотит уходить. Не хотит уходить. Что за... Что за... Нитка. Славься тобой, славься. Мальчик мой, мальчик. Хулиганчик мой, хулиганчик. Хулиганчик мой. С мамой надо, надо с мамой. С мамой целый день выходил. С мамой на ручках. А... любимый. И все. И красота. И я буду знать, что матрасы в идеальном состоянии у меня. Хоть на диваны. Особенно, знаете, когда диван раскладываешь, да? И у дивана... межпространство у дивана. Надо заполнить чем-то. Вот идеальный вариант, девочки, идеальный. Ну, все, одно
Одного выгнала, теперь вторая. Смотрите, что еще. Смотрите, смотрите. Не хочет уходить, кусается. Деловая. Девочки, ради этого случая даже постельное белье. Новенькое постельное белье. Постелим. Постелек. Ой. Шикардосики. Шикардосики. Луговые травы. Это все вот так вот убирается. Как в отеле, девочки. Как в отеле. Атласное постельное белье. Все везде. Натянем. Ой, хорошо как. Красота среди гуще. Первое отстающее. Все, натянули. Натянули. Девочки, а постельное белье какое хорошее. Типа шелка. Типа шелка. Смотрите, какой. Пододеяльник какой. Двухсторонний. Красивый пододеяльник. О, мама мия. Мама мия, роди меня обратно. Ой, какая красота, девочки. Роспись. Необыкновенная роспись. Ой, какой красивый. Так, наволочки. Наволочки. Берем подушечку. Луговые травы. Специально, девчонки, заказала подушки, потому что обожаю луговые травы. Она ничем, девочки, не пахнет, но она, это название такое просто, подушка луговые травы. Так, наполнитель полиэфирное, чехол волокно 100%, наполнитель саше из луковых трав. Девочки, саше из луковых, а мягкая какая, слушайте, она такая объемненькая. Саше из луговых трав. Королевская. Королевская, девочки. Королевская кроватка у меня будет. Королевская. Ох. Ох, рано, встает, ох, рано. Товарищи уже здесь, что один, что второй. Поздравляем с отличной покупкой. Мы признательны за ваш выбор и оказанное доверие продукции компании Yves Швей Стандарт. Согласитесь, что жить в комфорте, окружать себя качественными и удобными вещами, быть самим собой и ощущать удовольствие от прикосновения мира. При создании каждого изделия мы тщательно отбираем сырье и ткани, создаем уникальный дизайн. Предлагаем продолжить знакомство. Подпишитесь на нашу страничку в Instagram и получите вашу персональную скидку по промокоду MOIHOME2020 на следующие покупки уютного текстиля от Yves Швей Стандарт в интернет-магазине MOIHOME. Девочки, покажу поближе. Спасибо, что доверили нам свой сон. Короче говоря, персонально, девочки. Продолжить знакомство, подпишитесь на нашу страничку MOIHOME. В Instagram получите вашу персональную скидку по промокоду MOIHOME2020. Все, девочки, подушки, одеяло. Луговые травы, подушки.
Слушайте, ну обалденные подушки. Обалденные. Сейчас еще одеяло, девочки, покажу. Еще покажу одеяло. Сейчас заправлю кроваточку. Топеры, без всяких похвал. Подушки. Василек, молодец. Спасибо огромное. Слушайте, ну все, опять все обновила. Опять все обновила. Я люблю подушки, одеяло часто менять. Ну что, 500 рублей, там 400 с чем-то. Подушка новенькая. Не жалейте, девочки. Смотрите, смотрите, какая прелесть. Не жалейте, девчонки. Так, одеяло сейчас покажу, девочки. Одеяло дачное называется. Так, вот. Вот, девочки, подушка 50 на 70, луговые травы. Вот в такой упаковочке хорошей. Так, затем. Дачные вот такие одеяла. Так, наполните, девочки, волокно саше лаванды. Саше лаванды. 172 на 2, на 2,5. Ой, на 2,5. Весеннее. Все сезонное, теплое, легкое. Легкое одеяло. Легкая одеялка. Девчонки, обалденное одеяло. Обалденное. Так, надо было мне его это. Надо было мне его в пододеяльник. Но пододеяльник уже потом, девочки, заправлю в пододеяльник. В общем, одеялки. Так, и теперь еще покрывало, девочки. В этот раз 2 на 2,80 покрывало. Потому что покрывало что-то все это. Маленькие какие-то получаются. Ой, ну не могу я. Сейчас, девочки, подождите. Одно покрывало себе, одно Михалычу. Или посмотрю, обновлю. Ой, Масе, Масе надо. Масе прямо на хорошей, девочки, покрывало. Вот побольше надо брать покрывало, размерами надо брать побольше. Подушки какие-нибудь. Моя любимая кроватка. Это тут уже тут как тут. Боже мой, девчонки. Лежу и Масе на пыль. Девочки, покрывало очень красивое. Знаете, велюровое такое. Очень красивая выделка. Смотрите, какая хорошая. И к телу очень приятная. Что ж, ребятки спят как убитые. Там разных расцветок они есть. Девочки, можно подобрать по интерьеру. И зеленые, и бордовые, и, по-моему, желтые. Ну, всякие-всякие, девочки, серые. Я вот решила взять вот такого цвета. Вот такого. И с такой выделкой. Девочки, показываю, сколько стоит одеяло. Одеяло бюджет лаванда, легкое, 172 на 205, 724 рубля. Я их два, девочки, выписала, два одеяла. Подушка луговые травы 70 на 70, 608 рублей, тоже две. Подушка 50 на 70, луговые травы 497 рублей. Подушка эвкалипт 50 на 70, 528 рублей. Я по две подушки, девочки, всегда выписываю. Топпер, швей стандарт односторонний 160 на 2, 1935 рублей один. Так, ну и здесь, девочки, покрывало плющ. 2 на 2,80. Идеально, девочки. Берите самый большой размер.
потому что которые маленькие покрывала, они, знаете, на полутораспальные кровати. А вот на большую кровать надо брать 2×2,80. 1237 рублей. Я тоже их два взяла. Ну и здесь, девочки, покажу вам сарафан, платье, кардиган. В общем, 58-56 размер. И вот такие цены. В общем, обзорчик потом сделаю, девочки.